Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Посмотрим сегодня с вами на игру из Steam под названием Discord War. Что-то тут, короче, какая-то 2D-шный шутер-платформер, в общем, понятно, да? От разработчика Богданехи. Богданехи у нас что-то вроде было, я не помню только что, но что-то было, какая-то игра. Я посмотрел по них, но ее нету, наверное, Steam ее убрали. Ту игру, в общем, 2017 года, в Стиме стоит 79 центов. Нам предлагают что-то посмотреть. Ой, блядь, ты чё так громко-то, музыка, эй! West the movement, space jump, E, граната, L стрелять. А почему L, а мышка зачем? Это что такое? Ноль монет, пистолет, АКшка. Что, две пушки, что ли, и все? Окей. Ну, давай, плей. Алиса Джин. Алиса Джин. Давай за чувака. Мы как бы мужики, да? Блин, вот плохо, что нельзя просто музыку взять и убавить. Почему не сделают такую полосочку? Ну, убавить чуть-чуть. Но она ж громко-то, ну ладно. Джин. Сити, Mission 1, Select. Ой, то тут миссии дохерища, да? Окей, давай, Mission 1, посмотрим. Бегать, L, стрелять. Где тут-то хоть кнопка L, блядь? Е. Почему? Ага, комбо один. Я так понимаю, тут надо просто убить всех чуваков вроде как. Так хоть медленно стреляет вообще. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Блин, даже зажать нельзя кнопку, вы что? Пробел. Ну, можно тебя убить машинкой или нельзя? Граната. Блять, из себя, сука, вот дурак. А как этого убить? Хорошо, приседать можно, нельзя. Вверх можно даже стрелять, да нихера себе. Опа. Что это? Акашка? Ну, типа, что-то какого-то экшен. Ну, не знаю. Взрывайся ты. Ладно, вот так будет нормально. А, такая типа флешевская, прикольная игра. Ха-ха. Тю. Тю. Ой, базука есть. Хера себе. На. А как переключить оружие? Подожди, как оружку переключить-то? На. 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 Как оружку переключить? Блин, плохо, что надо кнопку клацать. Тю! О, куда, нихера залез, ты куда? Ага, еще базука. На! На! Да, они никчемные вообще. Блин, плохо, кнопочку надо постоянно клацать. Бум-бум. Тю! На! 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 Как ружку переключать или никак? Так, это что-то уже на калаш похоже. Как ружку переключить, подожди. Никак, да? Оружку нельзя переключать. Плохо, 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 плохо. Так, как этого завалить? Этого завалить вот так. А хотя можно и под углом стрелять, смотри. Ха-ха-ха. Давай, давай. О, что это? Жизнь-ка, жизнь-ка, жизнь-ка. Нихера себе жизнь-ка. Что это? Куда ты полетел? Да, блин, почему нельзя было на мышку выстрелы сделать? Ай, бляха, нельзя это трогать. Серьезно. Данта. О, здорово. Ты там нормально сидишь? Бабах. Так, сейчас эти прилетят, да? Ага. Я знал. Базука. Да почему нельзя ружку-то переключить? Или можно как-то? А может колесико? Нихера не колесико. На, мышка вообще тут не нужна, я понял. КЛ, нолик, один. О, переключать можно. Пикап. Пикап. Что за пикап? Почему пикап? Можно переключать. Что такое? Эй, а вы что бежите так много? Эй. А что у вас так много-то? Тю, 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 тю. Тю. Ой, комбосы пошли только так. Где еще кто? Тю, тю. Что это? Монетки, монетки, собирай, 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 собирай монетки. Там что-то кто-то был, я не понял. Так, все, идем дальше. Гоу, гоу, гоу. Гоу, 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 гоу. Так, подожди, меня стреляют кто-то там. Есть. 30 комбос, нихера себе. Так, как там базуку включить? Вот базука. Пиу. Ой, а как к нему попасть? Подожди, а как на него залезть-то? Ай, блин, наверное, сыряю. Ладно. Раньше надо было. Надо было на машину выпрыгнуть. Ох, нихера себе, ты видел, как я ему зарядил. О, чувак, не повезло тебе. Хотя, подожди, может, я базуку зря трачу? Давай с вот этого постреляем чуть-чуть.
Работа. Надо на работу. А долго уровень будет, эй? У меня 40 монеток всего-навсего. Уровень-то долго будет идти? Гранаты. А как их достать-то? Не понял. Тю! Тю! А как их достать-то? Ну ладно, никак. Получается, что никак. Гребаные. Так, дай что-нибудь автоматное. Или что-нибудь... Опа, дробовик есть. На нахер. Ни одна граната, это плохо. Давай вот это. А долгие уровни, блин, ни хрена себе. Уровни долго очень проходятся. У меня там что-то жизней мало осталось. Дробовик. Хорош. Шоп. В смысле шоп? Как туда залезть? Магазин. Ух ты. У меня 40 монеток всего. Да вы чё? Фил амму пополнить, купить. У меня-то этого нету или что? А почему купить-то? Ладно, у меня нету столько денег. Вы чё? У меня 40 монеток всего. Так, боссы опять. Ха-ха. Тебе говорю, боссы эти. Куча народу будет идти просто, да? Комбо 6. Чё так мало? Давай ещё. Чё? Монетки. Монетки, подожди. Они берутся или не берутся? На этого два патрона надо. Бляха-муха, этот жирный. На. Финиш. Еее. Комбо статик. 4, 8, 3, чё, не. Виктори. Тут чего? Апгрейд. А почему только два? 200, 100. Так вы чё, у меня столько монет нету. Что такое за херня так? Медленно очень. А в смысле, а почему я заново? Эй. Дом. Плей. Джин. Второй уровень давай. Мне же я думаю... А почему опять тот же? Тот же вроде уровень или нет? Ну 50 монеток у меня осталось. Уровень же вроде тот же или нет? Или это мне так кажется? Или он будет немножко меняться? Так, один дай мне. Ой, у меня все осталось. Что такое? Кто там шумит, блядь? Сейчас я пошумлю. А ну-ка, стой. Так, 74 патрона, ну нормально. Почему нельзя... О, тут можно кнопку зажать. Гранаты. На. Ух ты, бляха. Не убивается. Кабум! Бам-бам-бам-бам-бам. Чуваки, что там стоите? Ах ты, блядь. Ах ты, падла, сучка. Стор. Как туда залезть? Так, патронов что-то мало. Давай с вот этой пошмы. Вот это вообще... А, оно рельса, типа, смотри, насквозь пробивает вообще четко. Тю-тю-тю-тю. Да убей ты... Ай, чувак. Дыщ. Не, игрушка прикольная, но она, блин, такая медленная вообще, просто жесть. Вот монетки. Давай вот эту. На. Опять базука. На. Да на, говорю. Сука. Теп. Монетки. 76 монеток. Да так долго ты чё? Я полдня буду так. Чё у меня тут ещё есть, кроме базуки? Фу. Хорош. Ой, блин, а как этого снять? Этого надо как-то вот так снять. Фу, чётко, видал? Закрыто. Открой. Бум! Ха-ха! Бум! Бум, чувак! Куда убежал? А чё он убежал-то? Ты куда убежал? Слых? А ну-ка стоять всем! Так, опять эти набегают, да? Пау! 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 Ну это вообще легко! Пау! 76 монеток. Монетки падают только, я так понял, если ты только они... Ну, если только они падают. 76. Где сундук? А почему не дают за убийство противника монетки? Это плохо. Я так буду набивать их миллион дней. Вот, 86. Плохо. На.
На! Блядь, не попадаю. Дай ядрить твою мать. Дай базуку. Базуку, где? Вот. Хе-хе. Вообще четко. Да! Да! Да, 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 да. Лови. Блядь, не... Лови. Да что ты не ловишь-то? Лови, сказал. Так, это мы оставим пока на потом. Вот нам базука надо, чтобы машинки убивать. О, пяу. Пяу. А, там всего 12 зарядов. Мало. Они вообще в меня не стреляют. Даже не хотят стрелять. Что за херня? Какой-то платформер неадекватный. Да нахер мне эта базука? Тюш, тюш. Ну тут базука надо. Бум. Бум. Да попади вон туда. Молодец. Тю, вот эта пушка клевая. Ах ты, сука, смотри, что делает. А ты по себе не хочешь попасть? Тю. Монетки, хорошо. Да блин, вот эти вот штуки, их так долго разбивать. Зачем они вообще тут нужны? Ха-ха, рестарент. Рестаурент. Так, шоп опять. Ну зачем мне шоп, смотри. 200 монеток, я даже 100 не могу насобирать. А вы хотите, чтобы я это самое? Так у меня это все есть, зачем это покупать? Или это я звездочку прокачаю? Мне реально не хватает этого. Так, блин, опять эти ублюдки. Где там? Пушка, пушка, пушка! Хорош. Хорош. Ну что, так мало вас? Ну, 6 всего. Давай побольше, побольше. Комбо, комбо, комбо. Давай, чтобы я с одного... Ах ты, падла. Ты стрелять умеешь. Ах ты, ублюдок. Да тут, я так понял, нереально просто проиграть даже. Просто жизни тут нереально куча. А, кстати, и жизни так и не падали. Тю. Финиш. Оу, yeah. Пам-пам-пам-пам, рекорд, та-да-та-да, кстати, комбо 29, скорт, 96 монеток. Ладно, дальше давай, третий уровень. Опять то же самое все, сто, у меня там патроны есть, отлично. Да убей ты эту штуку, ну что ж ты так долго ее убиваешь-то? Или может надо там как-то, я не знаю, на... Ой, хорош комбос какой, на. Может надо как-то на то это, на то то, блин. Ах ты, блядь. Даже заставляют меня прыгать, ты понял? Ух ты, нихера себе, куда я залез. А на крышу нельзя, да? Так, не, подожди, это не то. Хотя, подожди, в ящиках ничего нету или есть? Есть что в ящиках? Я вот не понимаю, с них что-нибудь падает? Или ничего с них не падает? Ой, а их можно трогать. Да ладно, в платформере можно противника трогать. Это первый раз такое вижу. Обычно, когда в платформере трогаешь противника, то их, ну, они тебя убивают обычно или трогают, ну, ты понял, да? Ну, в смысле, не тро... они тебя, когда касаются, они всегда урон наносят. А тут не наносят, тут насрать вообще. Ах ты, падла. Убегает. Ага, тихо. На. Да убей ты его. На! Четко, да? Мне тут постоянно дорожку переключать. Что за херня? Ву-у-у! Тихо. Оба! Ай, меня вот эти машины кумарят. Ух ты, нихера себе по зданию лазю. Здорово! Как ты... Как тебя убило-то? Так, что такое? Ага, опять эти, да? Пиу, пиу! Пиу, 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 пиу. Ой, монетки дали, 136 монеток, ни хрена себе. Пиу, ох ты, блядь. Пиу, блин, а скоро убьют. Надо следить за жизнями. Пиу. Патроны есть, что я трачу-то? Ой, что я экономлю? Ой, монетки, еще 140 монеток. А ну-ка, дай мне жизни. Почему жизни не дают? Гоу, 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 меня сейчас убьют. Что это? Бочка какая-то новенькая. Блин, как там оружку? О, что-то новое, да? Нет, не новое. Подожди, а что это я поднял? А и все, да?
Получается, да. На! 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 Не попал, не попал. Тихо. Да блин, эти машины меня кумарят. Просто тупо берут и кумарят. Ты что делаешь? Там наверху. Ой, хедшот какой. Видал? Монетка. Это можно, в принципе, ничего не делать с этими. Оп. Можно их даже не разбивать. А подожди. Возможно, там может быть аптечка есть. Там же аптечки вроде падали с них раньше или не падали? Не, ни хрена не падает вообще. Шоп опять. Дай лучше мне эту, как ее, аптечку. Шоп. Ты хреновый, ты шоп. Я вам серьезно отвечаю. Так, мышка, уйди нахер. У меня три гранаты есть. Где мои жизни? Так, а хорошо, опять. Где моя пушка? Тю, тю. Так, хорошо, не будем тратить жизни. Буду стрелять. Буду все время стрелять. Патроны есть, почему их бы не тратить? Тя-тя. Никчемненький платформер, конечно. Ну так, не очень, скажем так. Все однообразно сильно. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Все очень сильно однообразно. Да что ж такое, опять тот же самый уровень, что ли? Да, папа. Ого, чувак, ты куда улетел? Ага. На. Ух ты, снайпер какой-то. Ты что делаешь, снайпер? Не понял, подожди. Смотри, прикол. Я перезаряжаюсь, у меня 120 патронов. Смотри, стреляю. И опять 120. У меня патроны бесконечные. Да, у меня патроны бесконечные. Серьезно? У меня патроны бесконечные, прикинь. А подожди, а к ракетнице тогда? Да, бесконечные патроны. О, я взломал игру. У меня патроны бесконечные, я могу вот так вот бежать, тупо хер. А чё никого нет-то? Потом вот так вот поменять, и все опять 15. Что за херня? У меня патроны бесконечные. Смотри, вообще не прикольно. Патроны бесконечные. Я могу тупо бомбардировку устраивать. Эй! 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 Ха-ха. Почему аптечку не дают? Ага. Так, берем вот эту. А я думаю, что у меня патроны постоянно бесконечные. Ну, то есть я вроде трачу, как бы, а у меня патроны постоянно есть и есть, есть и есть. Зачем тогда делать патроны, если все равно они бесконечные? Зачем так делать? Ха-ха. Ну, чисто логически. Зачем делать патроны, если они все равно бесконечные? Ты просто переключаешь оружку, и они бесконечные. Ах ты, падла, успел выстрелить. Ты понял. Ух, ебаха. Че это? Так, снайпер. Ты че с тобой такое? Так только можно бежать вот так просто тупо и шмалять. С одной оружки, потом клац-клац. И все дела. Чувак, чё с ним? Чё с тобой не так? Ха-ха! Эй, слышь, что с ним не так? Что-то, короче, багованный чувак какой-то попался. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Бляха-муха, давай базуку. У меня патроны бесконечные, так что можно херачить. Эй, 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 эй. Получил по заднице? Тык-тык-тык. Да ну нахер мне этот шоп, он все равно херня. Ну, зачем? У меня патроны бесконечные, зачем ты мне предлагаешь пополнить боезапас, если у меня они бесконечные? Что за... А что за... Так и должно быть, да? О! Здорово. Ты кто?
Ай, блядь. Подожди. Это босс, меня завалили, прикинь. А где я? А где босс? Меня раз завалили, представляешь? Даже завалили раз. Так я не понял, просто не успел что-то сообразить. Еще эти чуваки бегают тут. Ладно бы сам босс, а то еще и чуваки. А где он? Куда он делся? Я его что, завалил, что ли? Ха! 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 Финиш! Ладно, давайте еще один этапчик, наверное, пройду. Ну, в принципе, смысла больше нету. Зачем вот это вот? Я не понимаю. Апгрейд. Зачем? Зачем? Зачем это вообще все, если у меня патроны бесконечные ко всем оружкам? Я вообще просто тупо бегу, смотри, и буду вот так вот клац-клац. И у меня базука постоянно есть. Да нахрена ты мне включил? Вот что, вот смотри, включил я Диану. 120. И чё, чё, и зачем я их поднимаю? Если меня даже убили, у меня оружка осталась та же самая. А, я не могу пройти тут. Окей. Пиу-пиу-пиу-пиу. Бери мышку. Куда убегаешь? Ой, а как туда? А зачем? Вот действительно, зачем мне эта херня? На. На. Ой, хедшот. Тю-т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 ю. А... Тю-тю-тю. Бочка по башке. А чё не бочка не попадает-то? В смысле, а почему стой бочка? Получается такая бочка. Что за херня? Аптечек, кстати, не падает. А там, я помню, падала аптечка на первом уровне. А дальше не падает, смотри. Нету аптечек. Тё, 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 тё. Да похер вообще. Вот чё там, оружка, да? Ой, оружка, зачем мне она нужна? Так, подожди, патроны заканчиваются. Что, босс? Нет. Опять эти дебилы. На, на. Чё там? Чё там было? А, тут чувак лежит. Я думаю, что это за желтая штучка меня сейчас будет бить или что? То белобрысова башка лежит. Зачем тут сделаны апгрейды, если тут патроны бесконечные? Или это глюк какой-то? И это хороший глюк. Опа, гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, сектор клир. О, граната, привет. Нахера ты мне нужна, если у тебя всего три? На, буду тратить. На, на. Все, у меня гранат нет, нахер они мне нужны. У меня базука бесконечная. В чем проблема? Вот этого дай. Два-три раз и перезарядился. Ха-ха. Пять, базука, бум. Бум. Да что такое с этими бочками-то не так? Они багованы или что? Почему они превращаются в другие бочки? Автомат. Классный автомат, который стреляет одиночными, блядь. Да что с этими бочками-то? Да попади ты. Так, перезарядка. Перезарядочка работает нормально. Так, тут что? Так, шоп опять. Вот нах... А чё ты не заходишь-то? Бай, зачем мне покупать? Оно у меня есть. Чё-то ничего непонятное, ребятки. Ребятки, ничего не пойму вообще. На. Блядь, не дострелил. Да, как так-то? Так, опять эти. Бум. Где мышка? Мышка, уйди. Есть мышка, нет мышки. Пам пам па 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 па. Что-то непонятный платформер какой-то. Ну, тупо, я не знаю, скучно, скучно. Ничего не происходит почти. Тупо стреляешь-то и все. Ну, раз меня завалили, ничего страшного. Одно и то же каждый раз. Патроны бесконечные. Что хочешь, то и делай. Финиш, все. Па-па-па-ра-па-па-па-па. Вот такая вот игрушка, ребят. Не знаю, ну, в смысле, смысл дальше играть, в принципе, я не знаю. Ну, хорошо, давай, смотри. АК. Апгрейд. Апгрейд.
Я не понимаю. Короче, вот, давайте закончим. 25 минут как раз. Ну, в принципе, дальше ничего интересного. Я вам игрушку показал, показал. Вот такая вот игра. 79 центов стоит, наверное, да? Я сказал 79, да, вроде 79. Не знаю, у меня в центах, у меня в долларах. Так что я ничего не знаю. Ну, такой платформер. И все, вот я вам объяснил. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки на плейлисты в описании под видео будут. Комментируйте. И всем до встречи в следующих посмотрелочках стимовских и не стимовских и всяких прохождалочках. Все, всем пока.